Выписывать леки почнуть по новому призначению врачи будут дублировать на индивидуальных пластиковых картках. Першими систему электронный рецепт у Могилеве опробуют предприемство «Фармация», «Центральная поликлиника» и «Лечебно-диагностичный центр». Медработники теперь проходят подрыхтовку, как працевать с новой системой. Подробности у наступном материале. Могилевские медицинские установы укореняют электронные системы работы с пациентами. Праз интернет уже можно записаться на прием, врачи выкористовывают электронную историю захворванию. Наступный крок – электронный рецепт. На приеме врач выпишет леки и на бланку, и у компьютеры. На руки пациент отримает традиционный рецепт и особистую пластиковую картку. Эта карточка привязывается к базе данных. Этот рецепт автоматически формируется и добавляется в электронную карточку. И пациент, придя в аптеку, дает свою карточку, и провизор выдает, точнее, продает ему лекарства. Это сделано для оптимизации государственных расходов на выдачу льготных медикаментов, а также учета, где, кто и когда получает выписанные средства. Лечится человек, не лечится. То есть дисциплина. Это, в общем-то, принесет существенную экономию, потому что не нужно будет тратить деньги на закупку бланков, ведение бланков строгой отчетности по льготным медико-выписке льготных медикаментов. У Могилевской центральной поликлиницы для медработников организовали курсы подрыхтовки. Больше специалистов пристосовались до работы с новой системой. Бывает часто, что когда пациенты приходят на прием, мы спрашиваем, что вы принимали, чем лечились, они не могут вспомнить правильное торговое название. Мы открываем и смотрим название препарата, дозировку, как принимал и когда последний раз получал этот препарат в сети аптек. Электронный рецепт – проект пилотный. Запустить систему у центральной поликлиницы планируют до конца года. Тягом часу пластиковые рецепты будут выдавать и у остальных медицинских установок. Надея Мяшкевич, Виталий Алексеенко, новини регион.